коллекцию. Не, очередная посылка у нас из Польши. Снова у нас спортивное питание. Снова все открыто, переоткрыто. Молдавская таможня, Приднестровская таможня. Отправляют все это поляки приоритетной почтой. Доходит это все за неделю, даже иногда и раньше. Написано, что здесь у нас диетический суплемент продукты. Откроем. Посмотрим. Так. Здесь у нас куриный протеин, который идет еще с какой-то штукой. Сейчас посмотрим. Касательно вот этого вот браслета или что это такое, ни слова не говорилось, то есть это у нас подарок. Так, опаска эмиратис. А, это типа в подарок вот эта вот штука. Сейчас я посмотрю. Что это у нас такое? Это у нас типа браслет. Да. Сейчас я посмотрю, как он вообще на руку. Ох, тугой же. Блин. Вот так вот это вот надевается. Следующим образом выглядит. Ну, я так думаю, что это очень-очень быстро все, конечно же, сотрется. А может это на банку надевается вообще, чтобы удобнее было банку в руках держать. Ну, не знаю. Вдаваться в подробности не буду. Здесь у нас просто протеин, выделенный из куриного мяса. Стоимость вот такой вот штуки 12 баксов 8 центов. Ссылку я, конечно, оставлю. Кому надо, переходите, покупайте. Ставим лайк. Всем спасибо, пока.